Простите, пожалуйста, мы не хотели. Ничего страшного бывает. Нет, мне действительно очень стыдно. Извините. Вы уже извинились, этого достаточно. Вы идите, вас ждут, у меня все в порядке, не переживайте. Очень хорошо, Марин. Очень хорошо. Ярко, динамично. Чувствуется настроение. Не то, что твои все эти пейзажи в жанре «Жизнь закончена». Спасибо. А разве нет? Мы скоро пятый десяток с тобой разменяем. Ты еще скажи, что старость на носу. Ты посмотри на себя. Да, Ксюш? Посмотри на маму. Молодая, красивая, талантливая. Найдешь себе еще хорошего мужика и замуж выйдешь. Где я встречу-то? В метро, на улице. Девочки, за граница нам поможет. Я предлагаю поехать в Рим. Или нет, Париж. И там, среди тишины, картин и галереи, или среди развалин старого замка, меня посетит большое светлое чувство. Ну что, поставишь этюдник напротив Колизея и будешь вдохновенно писать его на фоне заката. Вдруг сзади подходит элегантный ценитель живописи и говорит: «Бонжорно, сеньорита, я являюсь поклонником вашего творчества». Слушай, в Рим бы я хотела. Рафаэль и Караваджо в подлинниках. Представляешь, Ксюх? Ну чего, значит, едем? Ой, с ума сошла. Денег нет. Ой, денег нет. Считай, что это инвестиция в твое собственное будущее. Вот сидят мои инвестиции. Я, что ли? Тетя Наташа, вы свидетель. Я уже давно маму планшет прошу. Уже у всех в классе есть. Обойдешься. У меня тоже нет планшета и ничего. Ну, точь-в-точь, как мама говорит. Вы, случайно, не сиамские близнецы? Сиамские. Ну что, зайдем ко мне, может быть? Предков, походу, нет. Не, next time. Я домой поеду, устал что-то. Какие планы на завтра? Ну, завтра и видно будет. Зайчик. Давай. Ты позвони, хорошо? Обещаешь? Привет. А чего ты сегодня так рано? Я нагулялся уже. А я думала, ты сегодня будешь с Леной допоздна. Вам не угодишь. Не настолько все серьезно, мам. Так, ладно, я к себе. Вчера Елена, сегодня Таня, зимой Вероника. Отношения все эти какие-то несерьезные. А ты хочешь, чтобы он остепенился, женился? Да боже упаси! Ну так и дай парнишке нагуляться. Перерыв 15 минут. Архаровцы, чуть педагога не сбили. Осторожно. Вот дают. Представляешь, кого сегодня видела?
своего бывшего. Метро встретились, вот так, нос к носу. Он даже поздоровался со мной от неожиданности. Еще говорят, Москва большой город. А я мальчика вчерашнего встретила на улице. И что? Ну, он стоял на другой стороне дороги и пытался перебежать ко мне. Так? Так, ну, я сбежала, успешно транспортировалась на работу. Вот дурная. Наташа, он ребенок совсем. В феврале у него концерт в Ланте. Поэтому надо успеть забронировать билеты. Я, кстати, тоже хочу поехать. На меня тоже забронируй. Окей. На меня. А я вот не люблю Кало. Поэтому тебя никто с нами не берет. Да, ой, подожди, кто это, Вадим? Сейчас, я сигаретку куплю. Да, давай. Алло, да, Вадим, привет. О, да-да-да. Здрасте. Да, мы за. Ага, давай, пока. Сейчас Вадим с Вадим в кино. Говорят, какая-то очень классная комедия, мы пойдем? Чего? Вадим с Катей пригласили нас в кино. Классная комедия, мы пойдем, я сказала. А, ага, ладно. Ага. И купи мне мятную жвачку, пожалуйста. Дайте мятную жвачку. Уже иду, скоро буду. А? Ага, ну, это все хорошо, да. Вот, ага. Смотри, смотри, смотри. Подходи, подходи. Слышь? Дай позвонить. Не дам. Ну, что, тебе жалко, что я не понял? Давай, пойдем, пойдем. Домой отведу. Пойдем. Что случилось? Мама, двое парней хотели мне телефон отобрать. Мама, мне телефон сломали. Да бог с ним телефоном. Главное, что они тебе голову не пробили. Мама, мне телефон сломали. Мне самой нужен. А он налетел этому Бац, этому Бенц. А они все равно его сломали. Они его сломали. Представляешь, что могло бы случиться? Все, заходи домой. Где твоя сумка? Спасибо вам большое. А вам не кажется, что это судьба? Нет, мне не кажется. Спасибо. Дальше мы сами справимся. Ксю, хватит расстраиваться. Ну как же телефон, мам? Купим новый телефон. Угу. Все. Давай, иди спать. Может быть, еще чаю попьем. А мы ведь пили чай уже. Давай, давай. Марш спать. Ну, как всегда, мам. Кость, привет, это я. Привет. А у нас плохие новости. Ксюха сломала мобильный, точнее, ей его разбили. Кто сломал? Долгая история, в общем, я хотела починить, но это бессмысленно. Может, купим новый, а? Ты мог бы нам в этом месяце дать побольше денег? Послушай, по-моему, я даю вам достаточно. Но здесь особый случай. Понимаешь, сейчас такое время, Ксюхе без телефона, ну, никак, и мне спокойней. Марина, ты меня тоже пойми. Мы с Таней на праздники улетаем в Испанию. Нам там еще квартиру обставлять, ну и... А денег в обрез, сама понимаешь. Ну, так что при всем желании... Извинить не могу. Все, я поняла, ты меня извини. Справимся как-нибудь. Ну, что ты ей все объясняешь? Какая разница, на что мы тратим? В конце концов, мы имеем право пожить для себя. Она получает столько, сколько положено. Вот стоит один раз дать, больше и начнется. Ты, как всегда, права. Ну, как тебе моя новая шубка? Ах ты, моя малышка. Ты просто прелесть.
сегодня сделаешь? Я жду вас. Нас? Беги, опоздаешь. Не опоздаю. Вы зачем меня преследуете? Давайте с вами познакомимся. Я Никита. Подождите. Давайте с вами поговорим. Вдруг у нас окажется много общего. Вряд ли. Почему? А что вы думаете о том, что нас с вами постоянно сталкивают? Вдруг это судьба? Это случайность. Но в каждой случайности есть закономерность. Я понял. Вы учительница. Вы живопись преподаете, да? Молодой человек. Я Никита. Вы еще не запомнили? Хорошо, Никита. Вы не могли бы больше ко мне не подходить? Пожалуйста. Я вам совсем не нравлюсь? Это просто смешно. Почему смешно? Привет. Что рисуешь? Пейзаж. А как ее зовут? Марина Владимировна. Марин, что это за юноша тебя провожал? Тот самый? А ничего, симпатичный. Берем, не глядя. Не говори глупости-то. Ему от силы лет 20, только за девочками бегать. Ой, да ладно? Ну что, тоже старухи, что ли? Ой, старух нашла. Мы еще ага-га. Все, счастливо. Ник, а ты хотел? Не-не-не. Ник. Ты почему от меня бегаешь? Ладно, пошли. Я не бегаю, я бегу. Чувствуешь разницу? Просто я тебе звоню, а ты меня сейчас на телефон. Почему? Я спала. Привет. Ну что, выспался? Ты почему растёк? А что ты сегодня вечером делаешь? Может быть, сходим куда-нибудь? Слушай, я не могу. Я занят. Чем? Ну, это не важно. Так, меня же имею право, чем ты занят. А с чего ты взяла, что ты имеешь какое-то право? Ладно, давай. Пока. Здрасте. Здрасте. Скажите, а вот эти почем? 150 штука. А, понятно. А вот эти? Тоже. Давайте одну. Угу. Угу, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Да он давно ушел. Я еще маленькая была. Ну и что, совсем не видитесь? Почему? Видимся. Он деньги дает. Да ему не до меня. У него жена новая. Такая фифа. Костик, я хочу шубу. Ну и что, 105-ю? Я мерзну. Ты что здесь делаешь? Ну вот, телефон чиню. Все, починил? Ну да. Спасибо, уходи. Хорошо, как скажешь. Но имей в виду, что я вернусь снова. Что ты его гонишь? Он мне мобильный чинит. Почему дома посторонние? А он не посторонний. Не кричи на нее. Я сама разберусь, ладно? Цветы здесь при чем? Не лезь в свое дело. Иди уроки делай. А ты не срывай на мне зло. Каждому второму заказу бесплатное мороженое в подарок. И вас уже, конечно, приходите. Бесплатное мороженое. Привет. А мне одну дашь? Certainly. Thank you. Спасибо. А это где? Это вон там, на углу. Бесплатное мороженое, приходите. Бесплатное мороженое. Ник, скажи мне, что происходит? Послушай, мы не подходим друг к другу. Почему? Ну, потому что ты не любишь кого. У нас с тобой разные вкусы, извини. Бесплатное мороженое. Серьезно, что ли? Да. Ник, ну, пожалуйста, я тебя прошу, ну, не бросай меня. Что? Ник, я же люблю тебя, ты слышишь? Я тебе ничего не обещал, поэтому останемся друзьями. Ты что, серьезно, друзьями, да?
Бесплатное мороженое! Бесплатное мороженое! А ты понимаешь, что мы с тобой друзьями никогда не сможем быть? Потому что элементарно, друзья не предают никогда. А ты получаешься предатель, ясно? Приходите на открытие нового кафе! Ник! Бесплатное мороженое! Слышишь меня? Дай, Ник! Клоун! Детали прорисовываю. Сидим, сидим. Марина, посмотри в окно. А мы продолжаем рисовать. Зачем здесь стоите? Уходите немедленно. Все смотрят. Я принес тебе цветы. Вы что ко мне привязались-то? Вам чего от меня надо? Я тебя люблю. Чего ты меня? Я тебя люблю. I love you. Их лебедих. Что ты, мамо? Издеваетесь надо мной? Нет. Вы знаете, сколько мне лет? Да мне все равно, сколько... Да мне не все равно. Конечно, могу тебя усыновить. Марин! Сколько же я буду говорить? Высказалась? Ну и дура, что добилась? Это же криминал какой-то называется. Вот. Понимаешь? Почему криминал? Нормальный совершеннолетний парень. Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Я вдвое старше его, я в матери ему гожусь. Вообще, что у нас может быть общего? Какая-то дурацкая шутка, какой-то розыгрыш. Марин, ну почему шутка, почему розыгрыш? Ты вообще можешь просто предположить, что парень действительно по-настоящему в тебя влюбился? Угу. Этого мне не хватало, мало мне своих проблем. Марин. Марин. Опять ты. Честно? Ты меня прости, ладно? Мы на «ты» уже перешли. Давно уже. А ты не заметила? Ладно, мне все равно на «ты» или на «вы». Давай на этом закончим. Встань. Не встану. Ты просто капризный мальчик, который привык получать то, что ему захочется. А что в этом такого? Здрасте, Алла Васильевна. Здрасте, здрасте. С ума сошел, встань. Сошел. Я буду стоять здесь всю ночь, весь день, потом еще ночь. Ты что хочешь от меня? I'm not going anywhere. I'm staying here forever. Ну и дальше чего? Он говорит, что не уйдет отсюда и останется здесь навсегда. Спасибо, Алла Васильевна. Ой, да-да. До свидания, до свидания. Спасибо. Всего хорошего. Ты шантажист. A cup of tea. Please. Please. Пойдем, напою тебя чаем. Ну и хозяйка твоя мать супа ребенку не сварит. У нас был суп. Вчера доели. Не ври. Не было супа. Вот. Давай. Ешь. Пока горячий. А то испортишь желудок, а потом всю жизнь будешь по больницам таскаться. Держи. Но я не хочу есть. Я уже обедала. Знаю я ваши обеды, знаю. Вот потому твой отец и ушел. Потому что сил не было больше вот это все терпеть. Не постирано.
не поглажено. Одни картинки на уме. Бабушка! Ешь. Здравствуйте, Анна Витальевна. И тебе не хворать. Здрасте. Здрасте. Я там варенье Ксюше принесла, черничное. И суп вам сварила. Спасибо, не стоило. Не могу же я спокойно смотреть, как ты ребенка гробишь. У нас все хорошо. А это? Кого ты привела? Я... Это мой ученик. За письмами пришел. Надежи. Спасибо. Я обязательно верну. Не обязательно. Всего хорошего. До свидания. Красками воняет в доме, сил нет. Ты не думаешь, чем ребенок дышит? Слушай, мальчишка ведь совсем. Так перед ней на коленях стоял. Я не знаю, не стыдно ей? Хоть бы дочке постеснялась домой любовников водить. Вообще, кошмар какой-то. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вот, смотри, лег на помине. Не поздоровался. Ага, дождешься от него. Марин, постой, ну куда ты бежишь? Ты зачем опять пришел? Долг вернуть. На вот, держи. Тебе важнее. Thanks. Спасибо, это все? Нет, не все. Ты мне чай обещала, помнишь? Чай отменяется. И не смей ко мне больше ходить, понял? Лилис! Ксюх, закрой форточку. Мам, иди сюда, смотри. Какая зараза не возьмет? Ну, правда, пей чай, вот малина. Простудишься еще. Мама, что ты чай не пьешь? Да пью я, Ксюш, чай, пью. А у нас сегодня географичка стала рассказывать про водопад Виктория. Она же там никогда не была, а Пашка Шихов ее поправлять начал. Он туда с отцом на целый месяц ездил. Ну, ладно, я спать пойду. Пока. Зубы почистить не забудь. А то ночью подкрадется кариес. Пока. Пока. Пожалуйста, поверь мне. Пожалуйста. Все это слишком быстро. Ну да, так бывает. Внезапно, быстро и навсегда. Меня со вчерашнего дня колотит. Никак согреться не могу. Это нервное. Всю ночь не спала, все думала... Жизнь дает мне шанс. А я не могу его принять. Ты боишься, что ли? Чего? Не веря в прекрасное, светлое будущее. Марин, ты, конечно, извини меня, что я вторгаюсь в твою личную жизнь. Слушай, но так нельзя. Ты у своего бывшего мужа ничего попросить не можешь. Свекрови ты постоянно разрешаешь вторгаться в твою жизнь. Ты все время ведомая, ты все время подчиняешься. Марин, за счастье нужно бороться. Нет, не про меня это.
Ну что значит не про меня? Ты и дальше так собираешься одна куковать и ничего в жизни не менять? Ну сделай ты ему шаг навстречу. Ну хватит бегать. Я что, тоже ничего не понимаю. Кажется, как будто с ума схожу. Когда меня целуют, мне как будто 16. Дура, да? Ну что ты молчишь? Завидую я тебе. У меня такого 100 лет не было. 100 лет? Да. Я 2 положил. Нормально? Нормально. Ксюха пришла с музыки. Слушай, одевайся быстро, а. Ой. Давай, давай, скорее, скорее. Привет, проходи. Привет. Чего так долго не открывали? А, реклама по телеку орала. По какому? Я его уже выключил. Ужинать будешь? Нет. Как дела в школе? Хорошо все. Ну все, я спать. Марина, до свидания. Спасибо вам за вечер. А я вам позвоню. До свидания, Никит, до свидания. Звоните. Пока. Все, Никита ушел, я пойду спать. У меня голова болит. Ладно? Ладно, спокойной ночи, мам. Приятных снов. Алло. Мам, не волнуйся. Ну, не волнуйся. Ну, да, с друзьями здесь немножко зависит. Так, мам, я уже взрослый, слышишь? Обещаю, пить не буду. Все, давай. Пока. Утром позвоню. Пока-пока. Твоя мама моя ровесница. Я прошу тебя, не думай об этом, ладно? Спишь? Нет.
Я хочу на тебе жениться. С ума сошел. Представляешь, что скажет твоя мама? У нее будет инфаркт. Ну, у нее знаешь, какое здоровое сердце? Тебе учиться надо, а не жениться. Ёлки-палки. Я ж совсем забыл, что ты училка. Don't worry. Я могу а. подрабатывать, и б. можно учиться на заочном. Молодец, давай спать. Ну что вот опять за бабкины предрассудки, а? Вот видишь, ты меня уже бабкой назвал. Фу, ты опять цепляешься за слова. Значит, я запрещаю тебе думать о всяких глупостях. Слышишь меня? Мы же с тобой счастливы друг с другом. Очень даже страшно. А знаешь, что меня больше всего пугает? То, что мы с тобой могли просто тогда в парке даже не увидеться. Да, если ты не спас Ксюху от хулиганов. Видишь, сколько у нас было моментов с тобой просто не встретиться. Поэтому это судьба. Давай спать. Сколько лет? 37. Ну, чего вздыхаю? Красивая женщина, прекрасно выглядите. Можно, конечно, обойтись и обычными средствами, но я советую инъекции. Инъекции? Инъекции. Не надо пугаться. Я сама колю и очень довольна результатом. Дорого, наверное, у меня дочка еще растет. Столько денег на все надо. А сколько лет дочке? Ой, 12. Ужас, такой росла, главное. Общайтесь со мной, как подружка. Это хорошо. А у меня сынуля. Привет, мам, пока, мам. А у самого девочки меняет, как перчатки. Но это пока не влюбился по-настоящему. Хо-хо-хо, не приведи Господи нам эту любовь. Ему надо учиться, надо карьеру делать. Хотя и спокойно. Он мальчик, конечно, упорный. Вот захотел английский выучить. За 3 года выучил. Сертификат получил на уровне родного языка. Может, работать. Головку подняли в Европе. Угу. Папа, мне не скажет, что у вас такой сын взрослый. Ну, я стараюсь. Вот, смотрите, это самая обычная масочка. Угу. Но инъекции, конечно, лучше. Знаете, мне главное морщинки вот под глазами. Ой, от морщинок лучше всего. Немножко. Любовник молодой. Ну, неважно, сколько лет женщине. Главное, любовь. Тьфу, стыдобата какая. Сама старуха. Вера! Вера, идите к себе! К себе, говорю, Вера, идите! Значит, смотрите, работаем курсом. Кило руночку. Я результат гарантирую. Никто не скажет, сколько вам лет. 20 или 40? Надо попробовать. Конечно, конечно надо. Отпустите меня, тяжелая. Ты очень легкая и очень красивая. Ты льстец. Почему ты такая грустная? Я не грустная. Вообще-то я тебя очень хорошо чувствую. Ты правда себя чувствуешь? Просто боюсь, что мы когда-нибудь расстанемся. Мы никогда не расстанемся, слышишь? Мам, а ты его любишь? Любишь, да? Я не могу уйти. А что же делать? Сейчас Ксюха придет. Ну и пусть. Я останусь. Не могу уйти, и все. Ник, я тоже очень скучаю по тебе. Все время. Мам! Ну вот пришла. Мам, ты дома?
Не шифруйтесь. Я знаю, что он у нас остается. Со мной такого никогда не было. Я, конечно, любила Костю. Но это просто наваждение какое-то. А Ксюха знает? Петров, не вертись. Ксюха знает? Ты уже сказала? Сама догадалась. Но вроде не против. Ну, ладно. Никита! Ну, ответь. Ну, давай, давай. Давай, поговори. Так, не ерзай. Ты сама слышала? Все же смотрят. Ну и пусть. Я чувствую себя как школьница. Ну и что? Конфеты можешь? Да мне все равно. Чайник поставить? Маленький, а это что? Опять твой ученик? Здрасте. Здравствуйте. Анна Витальевна, я не знала, что вы придете сегодня. Ну, я решила зайти, проверить, как Ксюша. Смотрю, а варенье никто не тронул, даже не прикоснулся никто к варенью. Нам не хотелось. Да мне все равно, хотелось вам или не хотелось. Ребенку нужна черника для глаз. Она целыми днями читает, в компьютер вот этот смотрит. Конечно, тебе наплевать. Ты только свои интересы понимаешь. Простите, а вы, собственно, кто? Как кто? Я ее свекровь, молодой человек. Вы бывшая свекровь. Ну и что? Это ее квартира, да? А что вы здесь делаете, еще и без хозяйки, а? Марина, ты кого в дом привела? Что это за нахал такой? Ты мне не командовай, мало еще. Я не нахал, ясно? Я ее жених. Жених? Верните ключи. Жених. Верните. Плиз. Жених, значит? О, Боже. Ты что, совсем с ума свихнула? Уже с учениками путаешься? Ну что ж, ничего. Пожалеешь еще. Дорогу. Прощайте. Зря ты так, Ник. Да ничего не зря. Неприятности теперь не оберешься. Я не понимаю, сколько ты можешь это терпеть. Она тебя даже за человека не считает. А какой ты мне жених? Ты зачем мне это сказал? А что тут такого? Теперь тут такое начнется. Да все правильно он сказал, мам. Мне тоже надоело, что бабушка постоянно идет к нам домой, как к себе. И все лезет во все. Между прочим, она твоя бабушка. Помогала мне тебя растить. Да я выросла, мам. Что, я себе суп не смогу подогреть? А она все учит нас, как надо жить. Постоянно контролирует. Во, Ксюх, правильно. Угу. Ну почему ты так зависишь от мнения посторонних, а? Пойми, у тебя есть твоя жизнь. И ты можешь жить так, как ты хочешь. Вот тебе легко говорить, а я постоянно на виду. У меня есть ученики, у них есть родители. А я с тобой гуляю по улице. Знаешь, как я боюсь? Давай поженимся, и все заткнутся. Нет, это невозможно. Почему, мам? Да почему? Занимайся меня все. Ну вот, это за январь. Спасибо. У меня еще к тебе одна просьба, Костя. Угу. Понимаешь, не смогла найти Ксюхе путевку на эти каникулы. Ну и что ты от меня хочешь? Ну я подумала, вы ведь едете в Испанию. Может, возьмете Ксюху с собой? А я за январь тебе алименты обратно отдам. Ну ты понимаешь, что ты говоришь, а? У нас же там ничего нет. Ровным счетом ничего. Ни мебели, ни чашек, ни ложек. Нам с Таней предстоит целый месяц тяжелейшей работы. И ты еще предлагаешь мне взвалить на себя ребенка. Ну и как там Ксюша, по-твоему, будет отдыхать? Бегать с нами по магазинам и спать на голом полу. Ладно, поняла. Извини за беспокойство. Ну что, прости, ну что, прости. Ну что ты смотришь на меня, как на врага? Я действительно не могу взять с собой Ксюшу. Да верю, я верю, только не кричи. Подожди. У меня к тебе тоже один вопрос.
Что это за юнец к тебе ходит? Ты с кем связалась? Тебе это не касается, это мое личное дело. Послушай, ты не имеешь права вести себя так при ребенке. Надо же, ты о ребенке вспомнил. Я требую прекратить эти отношения. Я буду встречаться с тем, с кем считаю нужным. А свои требования ты будешь выдвигать своей жене. Ребята, разберем работу. Вот, например, Слава Лаврова, да? Так. Вот еще. И Рытьки Гусевой. Итак. Здравствуйте. Не надо вставать, сидите. Марина Алексеевна, зайдите ко мне на минутку. Хорошо, сейчас. Рытька, иди к доске. Хорошо. Петров, не вертись. Сейчас Ирочка разберет работу Славы Лаврова. А я отойду на минутку. Угу. Даже как-то неловко такой разговор начинать. Ну, в общем, тут говорят, что у вас отношения с каким-то юношей. Это правда? Да, правда. Ну, в таком случае я должен вам сказать, что вы все-таки педагог. Не стоит это афишировать. Ну, я не афиширую. Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы. А какие правильные выводы? Ну, вы же понимаете, что эти отношения надо прекратить. А если нет? Ну, тогда вам придется уйти из школы. Ну, я не понимаю, почему моя личная жизнь должна волновать людей на работе. Я вот, например, собираюсь замуж. Это мой будущий муж. А, очень хорошо. Вот и прекрасно. Только сделайте, пожалуйста, это как-нибудь побыстрее, а то родители беспокоятся. Понимаю. Мой мальчик. Мое счастье. Ты согласна? Да? Ник, я же тебя просила, потерпи, пожалуйста. Можешь подождать, а? Ну, ты же пообещала директору, что к весне выйдешь замуж. Так что теперь не отвертишься. Да уж, вы меня загнали в угол. Ну что, потанцуем? Пошли. Я не хочу. Пойдем, пойдем, пойдем. Я не хочу. Иди ко мне. Здорово, да? Кто это поет? Это Кало. Кало? Да, он мне очень нравится. Мы с ребятами в Бельгию едем. Я еле-еле забронировал билеты. Прям последний достал. Бельгийский певец? Нет, ты что? Французский. Я, правда, ничего не понимаю. Инглиш все время учил. Ой-ой-ой. Черт, я же опаздываю. Куда ты сейчас? Мне нужно подтянуть лабораторку, а то мне не поставят зачет. Ну давай, беги. Не сдашь лабораторку, не выйду за тебя замуж. Слушаюсь. Ну вот я так и знала, что ты здесь. Что ты здесь делаешь? Ты следишь за мной, да? Никита, ты не понимаешь, что ты делаешь. Слушай, отстань от меня, ладно? Хорошо, я отстала. Никита, послушай. Ты на тобой же все смеются, понимаешь? Потому что она старая. Отцепись. Господи, ты себя погубишь. Идиот. Где же ты тебя стараешь? Я не понимаю, что ты говоришь. Какая женщина? Он же с тобой встречался. Да я не знаю, он какая-то старая. Простите, я не знаю, взрослая. Мне уже лет 40. И дочке лет 12. Не надо так переживать, я думаю, что это все несерьезно. Мальчикам свойственно увлекаться. Да вы не понимаете, он на ней жениться собирается. Она его просто использует. Какая женитьба, он на сестре? Олег, Олег, надо что-то делать. Ты должен с ним поговорить. Запретить.
Это бесполезно. Понимаете, что он просто как зомби. Он ничего не понимает. Значит, нужно поговорить с ним. Ты знаешь ли адрес? На пирог оставь. Хорошо, оставлю. А что это ты за пироги взялась? Для Никиты? Для Никиты, а что? Ничего. А ты за него замуж пойдешь? Не знаю, если не решила. А ты мне что посоветуешь? Ну, если вы любите друг друга, то я обеими руками за. Прям обеими? Ага. Только ты это обязательно учти. Обязательно учту. Мам, кто это? Ой, здравствуйте. А я не знала, что вы по квартирам ходите. Проходите. Ах ты дрянь. Так значит, это ты для моего сына морщинки убирала. Да если бы я знала, я бы тебе всю морду испоганила. Вы мама? Я мама. Да, мы родители Никиты. И требуем, чтобы вы оставили нашего сына в покое. Мам, кто это? Слушайте к себе. Что? На молоденькой потянула. Ах ты бесстыжая. Я не позволю тебе калечить жизнь моему сыну. Я его не для этого растила. Мы в него столько вложили. Подождите. Вы все неправильно поняли. Мы с Никитой друг друга любим. Олег! Ты слышал? Они, оказывается, друг друга любят. Какая любовь. Ты себя в зеркало видела? Ты ему в матери годишься. Шлюха. Я не шлюха. Ваш сын не ребенок, и мы... Хотите вы того или нет? Поженимся. Да не будет этого. Только через мой труп. Я приму меры. А если по-хорошему не поймете, я вам такие проблемы создам, что и в страшном сне не снилось. Вы мне угрожаете? Отнюдь. Предупреждаю. С работы по статье вылетишь раз. Ни в одну школу больше тебя не возьмут два. Двор будешь мести. Достаточно? Уверяю, у меня есть такие ресурсы. Послушайте, вы хотите счастья своему сыну? Да. Вот именно. Мы хотим счастья нашему сыну. И он нам потом за это спасибо скажет. Олег! Надеюсь, вы примете правильное решение. Ничего не понимаю, Марина Алексеевна. До конца четверти всего ничего. Почему так срочно? Мама заболела. Надо срочно съездить. Значит так. Месяц отпуска, плюс каникулы, плюс 2 месяца за свой счет. Надеюсь, вам хватит времени решить свои проблемы. Надеюсь, да. Подписал? Подписал. Так что я сегодня уже уеду, наверное. Вещи собрала. Марин, ну зачем ты так? От себя все равно не убежишь. Хочешь, я с ним поговорю? Да не надо. Так будет лучше для меня и для него. А ты что, вдруг решил вообще уже ни с кем не бороться? Устала я, у меня сил уже нет. Все против нас. А ты о нем подумала? Он совсем другой, Наташа. Не понимаю я его словечек, музыки. Боюсь с друзьями его знакомиться. У него свободный английский, европейская карьера впереди. Я должна каждый день просыпаться и думать, что завтра он меня бросит. Я не понимаю. Ну, ты что, ты меня в гроб погнать хочешь, да? Да я умру, но я этого не допущу. Мамуль, живи еще долго-долго. Ты у меня такая молодая. Не дерзи мне. Так это святая правда, мам. My beautiful mommy. Это не шутки. Ты заруби себе на носу. Мы с мамой никогда не позволим тебе жениться на этой женщине. А с чего я должен вас спрашивать, а? Это моя жизнь, ясно? И я ее люблю. Ей 40 лет. Она нам даже внуков родить не сможет. Между прочим, дети у нее очень хорошо получаются. И я вам обещаю обеспечить минимум парочку. Не дури. Я требую, чтобы ты расстался с ней. Ну почему? Почему, пап? Вы же ее даже совсем не видели. Хорошо, давайте устроим вечер знакомств. Вы посмотрите на нее, а она на вас. Пап, папа, я тебя уверяю, что она тебе очень понравится. Сынок, ну я не пойму, ну что ты мне нашел? Она же совершенно обыкновенная. Она ко мне ходит морщины удалять. Она для тебя молодится. Прошу тебя, ну не будь таким идиотом. Над вами же скоро смеяться будут. А она, кстати, и сама это прекрасно понимает.
Подождите. Вы что, у нее были, что ли? Конечно, были. Я ей все высказала. Чего? Как? Мам, пап, как? Как вы просто могли так сделать, а? А? Никита, она все правильно поняла. Не знаю, мне не докладывали. А я тут тебе вешалочки освободила и полку в шкафу. А Ксюше в комоде ящик целый. Хватит? Хватит, бабушка, у нас мало вещей. Ой, ну что ж ты мне даже не сообщила, доченька, а? Ну хоть бы позвонила, что приезжаете, а? Я бы вареников налепила с вишней. У нас летом столько нынче вишни, ой, полморозилки забили. Бабушка, ну мы же надолго, еще успеем твоих вареничков поесть. А что это ты грустненькая какая-то? Ничего не случилось? Нет, все в порядке. Ты замуж-то не собираешься? Нет. Девочки, чайник вскипел. А, ну так накрывай и пирожки подогрей. Да? Ну хорошо. У нас тут сосед новый объявился. Через дорогу дом купил. Полгода ремонтировался и только что въехал. Такой мужчина симпатичный, видный. Мне неинтересно. А ты, дочка, послушай. Он у нас главным инженером в порту работает. Очень хороший человек. А, ты знаешь, Леша, вот он... иди, Ксюше, покажи комод. Иди. Ну, ладно. Ну, пойдем. Ксюша, иди, дедушка тебе покажет. Сватать меня вздумали, да? Ну, почему сватать? А, просто познакомиться. Не хочу ни с кем знакомиться. Мам, я тебя умоляю, не устраивай, как ты любишь эти встречи за столом, обеды, чаепития и прочую чепуху. Почему мы уехали? Ты же их не испугалась? Так надо было, Ксюх. Кому надо? Всем. Не должна я портить ему жизнь. Никита погрустит, найдет себе молодую девочку. Женится, дети у него будут. А если не встретят? Он же тебя любит. Все проходит в жизни.
Любовь тускнеет. И он меня забудет. И мы его должны забыть. И жить дальше. Значит, ты просто сбежала. Значит, сбежала. Почему? Потому что. Давай не будем больше об этом. Скажите, где Марина? Куда она уехала? Знаете, она взяла отпуск. Какой отпуск? Подождите, занятия же еще не кончились. У нее мама заболела, а она взяла за свой счет. Понятно. А вы можете мне дать адрес? Я бы с удовольствием, но у меня действительно нет ее адреса. Но вы знаете, мне кажется, я знаю, кого вы можете спросить. Сейчас, секундочку. Никита! И зачем документы забрал? Зачем? Я перевелся на заочное. Это из-за нее, да? Из-за нее? Это не твое дело, ясно? Слышишь, забудь ее! Дурак. Сынок, не делай этого. Не надо. Мам, перестань. Я все равно здесь не останусь. Куда ты собрался? Я снял комнату. О, Господи! Ты никуда не пойдешь. Я запрещаю. А с чего вдруг, а? Я вырос, папа, если ты этого не заметил. Сыночек, а на что ты будешь жить? Ничего. Буду лоботрясом инглиш преподавать. А ты что, хочешь, чтобы тебя забрали в армию, да? Ты этого добиваешься? Да чего вы меня пугаете этой армией? Мой прадед погиб в 20 лет на фронте. Вы же сами мне все уши об этом прожужжали. Никит, Никит, я тебя не пущу. Будь что хочешь со мной делай, я тебя не пущу. Мама, отойди. Близко. Если ты сейчас уйдешь, я тебя больше ни копейки не дам. Будешь рассчитывать только на себя. Я знаю. А если свяжешься с этой, можешь совсем не возвращаться. Сосед? Да, Игорь, а вы что не собраны-то? Ведь неудобно, пригласили. Я не пойду. Ну ты что, мы же обещали. Пап, ну вы вот обещали, идите. Игорь какой-то. Ага, больно нужно. Идите ну, сами, бабушка. Какие-то вы прям дикие. Ну, знаете, вы как хотите, а мы с отцом пойдем. Пойдем, ну, Леша. Ты точно, что ли, не пойдешь? Пап, ну голова у меня болит, извини. Идите. Да ну тебя. Леша, идем. До свидания. Марин, слушаю тебя и прям не верится. Как мексиканский сериал какой-то. Ася, сама поверить не могу, как во сне. Я так сильно никогда не влюблялась. Правильно, что порвать решила. Не дело, такая разница в возрасте.
Не, у нас в провинции вас бы не поняли. Да в Москве тоже. Я думала, убегу. Сбегу оттуда. Не могу забыть его. Все время думаю о нем. Да. А я уж забыла, как это любить. Ой, да в кого здесь влюбляться-то? Парикмахерская, как в кресло сядут. То лысый, кто с перхотью. Пиво напьются и дышь. Еще и клеит норовят. Фу. У меня мужика-то нормального не было, как с Пашкой родились. Хорошо, что ты уехала отсюда, Мариша. А это вы, Константин? Львович, вы разве знакомы? Это не важно. Где живут родители Марины? Дайте мне адрес. Так значит, это ты. Тот самый Маринин мальчик. Чего? Прекрати таскаться за ней, щенок. Она тебе не пара. А это не вам решать. Мне. Пока она мать моего ребенка, мне не все равно, кто будет рядом с Ксюшей. И я не потерплю сопливого Альфонса. Если ты меня понял, кивни. Да пошел ты! Надеюсь, мы договорились. Я всего полчаса здесь. Ловлю утренний свет. Мне мир кажется загадочным и волшебным. Кстати, нас так и не познакомили. Меня зовут Игорь, а вы... Марина. Трудно отрицать. Вы не в настроении? Вам грустно? Вас кто-то обидел? Но меня извините, я должна работать. Я вот так вот не привыкла болтать попусту. Я понял, виноват. Сам не люблю, когда лезут в душу. Не знаю я, что у вас случилось, но вы правильно сделали, что приехали сюда. Да, почему? Потому что у нас здесь благодать. Жизнь тихая, спокойная, размеренная. Вот так вот вечером 10 часов идешь, например, с работы, а на улице уже никого нет, да и окна практически не горят. Это как-то успокаивает. Да, только, боюсь, нет, не поможет. Слушайте, ну давайте я поеду в Москву. Кто вас там обидел? Давайте я разберусь с ним, а? Да не надо. Честно говоря, я сама сбежала. Вот так от кого, если не секрет? От себя самой. Понятно. Слушайте, у меня есть предложение. Давайте я вас отвезу сейчас в одно очень необычное место. Я уверяю вас, вам понравится. Простите, Игорь, кажется, да? Да. Я выросла здесь. Знаю все обычные и необычные места. Это место вы не знаете, потому что его еще даже не открыли. Поехали, поехали. Осторожно. Красавица, да? Вы, наверное, считаете меня сумасшедшим. Пригласил молодую красивую женщину в музей смотреть на старую подлодку. Ну, заметьте, не я это сказала. Это место для меня особенное. Здесь прошло все мое детство. То есть с 5 лет по флоте и 8 автономки, да? Я смотрю, вы подкованы в этом вопросе. Нет, автономкой я похвастаться не могу. Просто эту подлодку строил мой отец. Он был ведущим инженером, и я сюда сбегал при первой возможности. Меня здесь каждый рабочий знал. Тогда понятен выбор вашей профессии. Так точно. Я, правда, несколько раз пытался уйти, но не мог. Знаете, когда ты видишь, как твоя лодка уходит под воду, как она маневрирует, как она поражает цели раньше намеченного времени, это же... Это
Сложно, наверное, объяснить. Это, наверное, как с детьми. Да вы романтик. Я даже не ожидала. Я романтик? Да что вы, я технарь до мозга костей. Я, между прочим, еще и бизнесмен. У меня все просто и понятно. Да, в пятницу летим. А ты шарф положил? Мам, я возьму все, что необходимо. Когда обратно? На следующей неделе. Нет, я имею в виду, ты... Ну, когда домой обратно. Мы уже об этом говорили. Я своего решения не поменял. Ну, ты не понимаешь, что ты творишь. Ты же нас потом с папой не простишь, что мы тебя не остановили. Не буду. Никит, она тебя не любит. Она же от тебя сбежала, как от чумы. Мы на нее едва надавили. Она вернется. Если это все, то пока. Time is over. Странное предложение. Вы же друг друга не знаете. И вот так махом. Может, и правда вот так вот. Махом. Выйти замуж. Не знаю. Измучила меня эта любовь. Не могу я больше. Думаю о нем все время. Ой, а что это вы тут про любовь говорите? А мы так секретничаем. По-женски. Давай, иди, иди, не грей уши. Мало еще. Ой, подумаешь, секреты. Мало еще. Мариш, вообще-то Игорь прекрасная партия. У нас многие дамы в нашем городе спят и видят, чтобы его захомутать. Человек надежный, уважаемый. Все-таки главный инженер. Мне так это все безразлично. Ну, если безразлично, тогда какая тебе разница, с кого замуж идти? Иди. Да уж, все равно за кого. Дальше, знаешь, терпится и слюбится. А может, его любви на двоих хватит? Ну, давайте выпьем за мой последний день в качестве холостого мужчины. Ну что ж, давайте. Ну что ж, ура! Давайте. Спасибо. Давайте. Ну, только что-то как-то больно поспешили. Вроде неделю всего, и тут же ЗАГС. А чего тянуть? Мы люди взрослые, рассудительные. Решения принимаем ответственно. А у нас тут свадьба, оказывается, намечается. А я что-то не в курсе. Что вы все от меня таите? Ксюх, вот Игорь сделал мне предложение. Я согласилась. Пришли в ЗАГС. Могут расписать через неделю. Чего тянуть? Ну и правильно. А скажите, вы продукты-то закупили к столу? Не волнуйтесь. Банкет я уже заказал. Шеф-повар... обещал сам для нас готовить. Вот. Кстати, мы с тобой не решили один очень важный вопрос. Где мы будем жить с тобой после свадьбы? Думаю, что в Москву тебе возвращаться не стоит. Это еще почему? Потому что здесь у меня есть достойная работа, которую в Москве я могу и не найти. Зато у нас есть художественная школа. Я обещаю, поговорю с директором, он тебя обязательно возьмет. Ну, вы просто супермен. Можете решить любой вопрос. Нет, я бизнесмен и решаю все вопросы, которые может решить только человек. Хорошо, вместе будем жить, рядом наконец-то. Правильно. На московскую квартиру можно сдавать, пока Ксюша не подрастет. Точно. Да, верно. Вы просто молодцы, все решили. Только вот меня вы забыли спросить. Чего я хочу? А ты, мам, чего ты молчишь? Ксюша, ну... так ведь нам будет лучше. Мы будем с бабушкой и дедушкой рядом. Не обращайте внимания. Это возраст трудный. Ну да. Понимаю. Ревнует. Ничего. Время пройдет, привыкнет, все будет нормально. Встречаемся за 3 часа до регистрации. За 3 часа до регистрации. Вадь, отель Бромик подтвердил? Все окей. 2 двушки с завтраком. Завтра будем слушать кого в подлиннике. Ты смотри, не проспи. У нас вылет в 9 утра. В Домодедово тебе надо быть в 6, а вставать в 5. Я вообще спать ложиться не буду, поняли? Привет. Ну что, завтра бежим? На поезде до Брюсселя сколько идти далеко? Подожди, ты что, с нами собралась? Да. А ты что, хочешь мне запретить? Я, между прочим, за свои деньги лечу. А вы в какой гостинице остановились? Литуаль? Просто смотрела по карте, как бы она ближе всего к концертному залу. Слушай, как у тебя хватает еще совести за мной таскаться, стукачка? Никит, ну подожди, ну а при чем здесь ты?
Я просто хочу Калу послушать. Ребят, ну вы что, меня бросите одну? В чужой стране? Я по-французски вообще не бум-бум, по-бельгийски тем более. Не боись, не брось. Ну чего? Кофе будешь? Давай, лучше чай с Жасмином. Девушка, будьте добры, чай с Жасмином. Ну, может, вы все-таки разберетесь между собой, а то черт знает, что получается. Слушай, просто запомни. Держись от меня подальше, ясно? Ладно, все. До завтра, до завтра. Давай. Никита. Она замуж выходит. Что? Да, записывай адрес. Мы в Камышине. Купеческая 5, квартира 7. Да, приезжай быстрее, останови ее. Здрасте. Здравствуйте. А до Камышина следующий когда? Через 3 часа. Через сколько вы сказали? Через 3 часа. В 10 утра будете. Слушайте, замечательно. Давайте. Пожалуйста. Ага. Спасибо. Мариш, ну что такое? Возьми себя в руки. Или отмени все к чертовой матери. Сейчас. Просто настроение какое-то, знаешь, тревожно. Чего тревожишься-то? За Игорем ты как за каменной стеной. Я знаю. Ой, а ты чего сидишь? Маришечка, ну, девочка, поторапливайся. А ты что, плакала? Тревожно ей. Ну, понятно, тревожно. Такой день ответственный. Всю свою жизнь меняешь. Не надо бояться перемен, доченька. Они к счастью. Свободен? Подожди секунду. Не могу, дорогой, клиента жду. А как мне до станционной доехать? Вон маршрутка. Вон маршрутка, на нее прямо. Беги быстрее, еще успеешь. Я понял, спасибо. Они доедут. А у вас? Да. Хорошо. Да, как...
Марин, ну ты чего копаешься-то? Игорь скоро приедет. Пап, сейчас подкрашусь, ладно? Доченька, какая же ты красивая. Просто прелесть. И причесочка какая хорошенькая. Ася – самый лучший мастер в нашем городе. Не зря к тебе такие очереди. Ну что, держи букет. И последний штрих. Лёш, ну коробка-то с туфлями здесь лежала. Вечно у вас ничего не найдешь, надо было на место положить. Да ну вас! Ну я не знаю, что делать, а? Ксюша, ты мамины туфли не видела? Нет, я пойду в комнате посмотрю. А, ну пусть же, деточка. Марина, у тебя есть другие туфли? Да нет, у меня только сапоги зимние. Ой, не знаю прям, что делать, а? Подождите, я, по-моему, их около дивана видела. Мам, да знак это, не надо мне никуда ехать. Не говори глупостей. Не могли же они вот так вот взять и просто провалиться? О. Что у вас здесь за шум? У меня туфли пропали. Мне не в чем в ЗАГС ехать. Тоже мне проблема. Заедем по дороге в ЗАГС, магазин и купим тебе новый. Так, осторожней. Собирайтесь, собирайтесь. Машины уже ждут. Поехали, поехали. Ты что такая грустная-то? Может, поторопились, ма? Как-то все неожиданно быстро. Да ну что ты, это просто нервно. Успокойся, все будет хорошо. Ты же мне веришь? Верю. Давай, быстрее за нами. Так быстрее, назначь. Ага, спасибо. Ну, что, невеста? Пора тебя обуть? Я боюсь, мы опоздаем. Да не опоздаем. Здравствуйте. Извините. А где ЗАГС? А что так торопишься? Обычно мужчины в ЗАГС не спешат. Да ладно тебе зубы скалить. Перейдешь через улицу, там квартал до параллельной улицы, там увидишь. Понял. Понял, спасибо. Молодец. Ой, спасибо. Ну, что, эти хороши тебе? Ну, все тогда, берем. Хорошо, мы можем в них пойти. Конечно. Все, не хочу никакой свадьбы. Зря мы все это затеяли. Да ты что, Маринкин, да ты что, все решаем? Угу. Девушка, у вас есть еще такая же пара? Сейчас посмотрю на складе. Давайте ее сюда и побыстрее. Хорошо. Мы в ЗАГС, наверное, опоздали уже. Да ничего страшного. Опоздали и опоздали. Зарегистрируй позже. Ничего страшного. Ну. Мне кажется, все против нас. Поторопились мы. Маринка, ну ты чего? Ты что? Ну-ка, улыбнись. Ну, ты знаешь, вообще мне плевать, что там хочет судьба, чего она не хочет. Я вообще привык подчинять себе обстоятельства, а не быть их рабом. Так что все будет нормально. Вот, пожалуйста, как раз последняя пара. Отлично. Давай. Ну вот. Ребята,
Но он прям из-под автобуса вылетает мне под колеса. И чего? Я сделать ничего не мог. Он сам виноват. На дорогу вышел. Разберемся. Подпишите протокол. Проходите в машину, пока присаживайтесь. Прописка московская. Только сегодня приехал. Надо родственникам сообщить. Нашел что-нибудь? Да, вот мама забита. Делайте по шампанскому что-нибудь. Боже, перестань. Что у тебя пересыхает? Что у меня? Напишите мне. Да, как мне. Поздравляю! Спасибо! Поздравляю! Что? Я сейчас упаду. Держи меня. Держи скрипку. Тебе хорошо со мной? Очень. А я от тебя просто без ума. У тебя губы сухие. Пить хочешь? Может, тебе чай принести? Принеси. Тебе две ложки сахара положил. Или ты любишь послать? Так нормально. Так. Ну что? Все. Все, готово? Мам, ты мою куртку захвати, пожалуйста. А то в пуховике уже совсем жарко. Да я все привезу, все вещи. Ой, Ксюх, мне в школу надо зайти, еще документы твои забрать. С работы уволиться, квартиру сдать. Слушай, давай я поеду с тобой. Может быть, чем-то помогу? Нет, я сама справлюсь. Ну, поехали. Сейчас до поезда. Тихо, спокойно. Попей чаю. Ты все никак не привыкнешь. У нас не московские расстояния. Как вы тут без меня справитесь? Ну, конечно. О, я с вами на вокзал. Только сейчас переоденусь. Ксюх, Игорь, на работу потом. Давай мы тебя к бабушке завезем. Ладно. Скажи, вот. Ты не жалеешь, что вышла за меня замуж, а? Ты глупенький. Правда? Все-таки столько резких перемен в твоей жизни. Мне очень хорошо с тобой. Да? И мне с тобой. Девочкой не было видно. Да я замуж вышла. Буду в другом городе теперь жить. О, вот как. Ну, поздравляю. Спасибо. А как же с квартирой-то? Да сдавать, наверное, будем, пока Ксюха не вырастет. А, ну хорошо. До свидания. Да. Алла Васильевна, ко мне никто не заходил? А как же. Мальчик ваш заходил. Только давно, месяца три тому назад. Один раз был, а потом больше его не было. Ну, это хорошо. Посуду. Все здесь оставляю. Постельное белье. Слушайте, большая комната. Сколько метров? 27.
27. Ну что ж, квартира хорошая, большая, в центре города, в удобном районе. Поэтому проблем с реализацией не будет. Сколько, кстати, за нее хотите? 1020. 20? Да я думаю, за 40 с руками оторвут. Было бы здорово. А это кто? Это просто портрет. Просто портрет. Ну что ж, договорчик мы с вами подписали. Ждите звонка. Буду вам клиентов приводить. Спасибо. Угу. Не провожайте.